Системные преобразования, происходящие в здравоохранении, позволили значительно повысить качество оказываемых населению медицинских услуг. Стремительное развитие технологий способствует расширению цифровизации сферы, что преследует одну цель – сделать процесс предоставления населению медуслуг быстрым, прозрачным и максимально эффективным. Теперь и в Сурхандаринской области повсеместно внедряется система «Электронная поликлиника». Что и как меняется, вы узнаете, посмотрев следующий сюжет. Честь и достоинство человека, его права и интересы сегодня находятся в приоритете преобразований во всех сферах жизнедеятельности страны. Например, до сегодняшнего дня система «Электронная поликлиника» была внедрена только в медучреждениях столицы, Сардаринской и Кашкадаринской областях. А теперь она стала функционировать и в Сурхандарье. Помимо удобств, это механизм по устранению ряда проблем и препон. Наша поликлиника также теперь оцифрована. Мы очень рады, что перешли на систему электронная поликлиника. Наша работа намного облегчилась. Теперь не тратим много времени на оформление пациентов в тетради. Но также это большие удобства для граждан. Им не нужно ждать очереди с детьми, стоять. Достаточно просто пройти, сказать свой ID-номер, и они уже на приеме у врача. С помощью данной системы граждане могут записаться на прием к врачу, не выходя из дома в удобное для них время, получить сведения о враче и учреждении, а также впоследствии оценить качество полученных медицинских услуг. Еще одно из важных преимуществ данной системы, что врачи могут в конце дня увидеть, сколько пациентов они приняли. До конца текущего года запланировано внедрить эту систему еще в 1500 поликлиниках по всей стране. И самое главное, это удобно для граждан. Важное преимущество электронной поликлиники – это экономия времени. Преимуществом для врачей является возможность автоматизированной регистрации данных, ведения единой электронной амбулаторной медицинской карты в семейных поликлиниках. Это огромное удобство создает для врачей. Для чего? Для того, чтобы не было бюрократической нагрузки, и чтобы не было бумажной работы, чтобы все было автоматически заполнялось в журналы и также и в бланки. В первую очередь, вот мы подключили Термез. Тут в Термезе 6 семейных поликлиник и одна многопрофильная поликлиника. Мы все их за неделю подключили и обучили свыше 200 врачей, и все они сейчас умеют пользоваться электронной поликлиникой. В основе цифровизации на местах прежде всего является максимальное снижение человеческого фактора, коррупционных явлений, что в конечном итоге приведет к ускорению прохождения осмотра, диагностики и постановки диагноза. Самое главное – это экономия времени, которая по современным меркам просто бесценна.